Копик Матильда. Ей 2 месяца. Вырастет она не больше 3 килограмм. Кушает овощи, кашки, яблочки. Очень любит собачий корм, который ей нельзя. Живет вместе с собачкой. Очень с ней дружит. Как к съемкам относится? Ей всего 2 месяца, да, то есть карьера у нее не очень длинная. Она постепенно привыкает, ей это нравится, потому что она получает вкусняшки. Любит общение, очень вообще свинки, очень общительные. Поэтому ей все это нравится. Она уже осваивается. Я думаю, что еще через месяц она будет уже выступать. Да, профессионально. К Новому году как раз, да? Да. Что она пожелает в год поросенка? Тепла. Очень любят свинки тепло, поэтому я думаю, что она всем пожелает тепла, сытости.